главный. Это университет О-стрит. И вот туда дальше проехать. О-стрит до Висконсина можно. Там на автобус до метро. Так. И сейчас отойду. Так, да, чтобы на солнышко не попасть. Вот такие. Да. Значит, вот самое красивое здание. Самое красивое здание. Вот. Так, Эрл. Основатель университета. А это сколько там? 200 или 300, наверное, поставил. Здание университета. Джорджтаун. Одно старинное здание. И второе старинное здание. А там я уже снимал вон, где на гамаках качаются и где шашлыки жарят. Да. Так что вот такое исследование Джорджтаун университета. Едем дальше. Его видно со всех точек. Очень понятно.